Всем привет! Вы на канале Сестрича. И сегодня у нас видео вопрос-ответ. В конце видео мы объявим победителей на игру. Ну что, поехали! Арина Кот спрашивает: знаете ли вы, что такое квас? Нет, мы не знаем, что такое квас, но мы хотели бы попробовать. Да. Айфон или айпад? Айпад. Айпад. Передайте мне привет на всех языках, которые вы знаете. Привет, Алина. Оля, Алина. Алло, Алина. Ивангай или Мариан Ро? Мы не знаем такие турки. Какая ваша любимая песня? Арабо Пэр. Арабо Абу. Абу Пэр. Какие секции вы посещаете? Пока никакие, но мы скоро пойдем в гимнастику. Создать канал о вас. Мы сами придумали. Мы увидели на Ютубе очень много детских каналов и тоже захотели. Хотели бы вы устроить встречу с подписчиками? Если да, то когда? Мы хотели бы, но мы не знаем когда. Какая фирма у вашего телефона? Samsung Galaxy Note 3. Виноград или черешня? Виноград. Виноград. Суши или пицца? Пицца. Вы бы хотели увидеться с мисс Кейти, сделать с ней фото? Да! Передайте мне привет на немецком и на русском. Каренка, привет! Алло! Вы бы хотели жить в России? Мы очень бы хотели приехать в Россию. Хотели бы вы побывать в Украине? Да, мы бы хотели приехать в Украину. А какой характер у Маргариты и у Ксюши? Мы не знаем, чей у нас характер. Ни мамин, ни папин. Слушаете родителей? Да, мы слушаем наших родителей. Какой язык вы хотите еще выучить? Я бы хотела английский. Я тоже. Любите ли вы Новый год? Да, мы очень любим Новый год, когда снег, подарки, елочка дома стоит. Хотели бы вы поехать в Эстонию? Да, мы хотели бы. Любимые каналы на Ютубе? Мои любимые каналы на Ютубе — это Николь и Алиса. А у меня мистер Макс и мисс Кэти. Во что вы любите играть? Мы любим играть в разные настольные игры. С какой вы страны? Мы родились в Киргизстане. Шорты или юбка? Шорты, шорты. Киви или лимон? Киви, киви. Газировка или сок? Сок, газировка. Чай или кофе? Чай. Много ли у вас игрушек? Да, у нас много игрушек и половина в подвале. Какой мультик вы любите? Мой любимый мультик — это «Головоломка». А мой любимый мультик — это «Арло». Назовите самый любимый челлендж. Бимбузу. Жвачка челлендж. Сколько челленджей вы сняли? 4 или 5. Наверное, да. 4 или 5. Катя Адушкина или Варя Стефанова? Мы не знаем таких. Мисс Кейти или мистер Макс? Мисс Кейти. Дисней или Николодин? Николодин. Планшет или компьютер? Компьютер. У вас 2 канала? Нет. Disney Kids TV назывался наш канал раньше, а теперь называется Сестрички Лайф. Вы любите своих подписчиков? Да, мы очень любим наших подписчиков. Или Пепси? Мы любим Пепси и Николу. Вишня или виноград? Вишня. Виноград. Какой ваш любимый язык? Мой любимый язык – это русский. Мой любимый язык – это русский. Вам нравится жить в Швейцарии? Да, нам очень нравится жить в Швейцарии, потому что здесь очень красивая природа и очень красивые горы. Куда вы хотите съездить? Я бы хотела съездить в Испанию. Я тоже. Какое любимое видео у вас на канале? Мое любимое видео — это челлендж с жвачками. А мое любимое видео — это челлендж с бимбузом. Что вы делаете после съемки видео? Мы после съемок видео мы отдыхаем. Потому что это иногда занимает очень много времени. На какие оценки вы учитесь? Я учусь на отлично. Я тоже. Это А и Я с плюсом. Как назывался раньше ваш канал? Наш канал назывался раньше Disney Kids TV. Где вы живете? Сколько вам лет?
очень много задают вопросов, где мы живем и сколько нам лет. Мы живем в Швейцарии. Мне 8 лет, а мне 6. Как вы относитесь к родителям? Мы их очень любим и уважаем. Скажите что-нибудь на своем языке. Поставь, что говорит и шуры. Нахт. Кима. Телет. Поставь, что говорит. Поставь, что говорит. Барбик спирт. Ватер. Кима. Ich habe heute gelernt, Mathematik gemacht und heute ist Feuerwehr durchgekommen. Und zu dir? Auch. Oh. Яблоко или клубника? Яблоко. Пили ли вы колу сэру? Да, мы пили, но это невкусно. Вы деретесь, кусаетесь? Нет, мы не кусаемся, но мы деремся. Можете ли вы крикнуть в окно «Я супер девочка»? Да. Я супер девочка! А все равно никто не понимает по-русски. А теперь мы будем выбирать победителей на секунду. Макс и Каролина будут доставать по одной бумажечке. Вот все участники. На, Каролина. На. Да. Давай открой. Что у тебя? Давай. Ты большая. Так. У нас Даша Минакова. Микуша? Это не вся курица. Второй победитель – Алена Ермолаева. Ма, бери. Ты с тобой. Это... Да? Давай, Ксюша. Я. Чай. Мачеве. Чай. Да. Это у нас... Диана Ефимова. Вот. Это мне наши все 5 победителей. Поздравляем наших победителей. Передаем привет Яне Ковалевой, Ксюша Бактагирова, Ксюша Ежова, Анна, Амина Лайф, Александр Родионова, Данил Данилов, Диана Вей, Настена и Алена, Алена Белозерова, Анастасия Огородова, Андреас Хансен, спортивная Эвелина, Лиза Грачева, Настя Балюк, Аринка Кэт, Ника Игнатенко, Алинка Кэт, Макс Эмилиан, Наре Элгаян, Ангелина Квас, Даша и Даниэль, Константин Васильевич, Мария Алексеева, Маша Титова, Марьяна, Настя Меденец, Катя Сивова, Тиджейн, Ксюша Смайл, Нигина А, Даша Быкова, Катя Емельева, Петр Лукавин, Мимая Милашка, Маринка Мандаринка, Дарья Дюкина, Мисс Диш, Яна Яна, Анастасия Долженко, Ксюша Тупанцева, Яна Коваль, Мария Демидова и сестра Карина, Алена Ермолаева, Гузалия Бурган, Галя Таншлинцева, Ксюша Бектагирова, Настюшка Балю, Виолетта Гращенкова, Настена Аксенова, Влада Солиная, Анастасия Гармашова, Юлия Багаева, Карина Кузнецова, Дарья Дюкина, Дарья Дворовая, Софья Пукунова, Лера Шлякова, Варя Павленко, Наталья Сукач, Кира Овчинникова, Елизавета Маркова, Арина Самсонова, Ольга Тимов, Ника Игнатьева, Эльвира Хулиева и Дарья Дюкина. Делись с небесами.
Мам, у него штучка. Мы родились в Киргизстане. Джумбай спил ду хаш ein Jumanji und Jumbai spiel ich habe ein Apfel. Ah, Jumbai spiel Apfel.